После скучных пар в университете Юля каждый день приезжает к Палиху и Метелице. Следит за их здоровьем и настроением. Лошади, как и люди, бывают задорными и грустными. А по характеру, убеждена Юля, они похожи на детей. Всегда непосредственны, радуются доброму слову и сладкому печенью. Он, когда Метелица бегает по кругу, он такое вытворяет, он разгоняется и давай носиться сам с собой. Ну вот они вот так привыкли, что теперь друг без друга просто жизни нет. Любовь. А ты бить их можешь? Нет. Почему? Ну как это, я же к ним тоже очень сильно привыкла. Моя семья. Любовь к лошадям проснулась в Юле с детства. К тому же ее мама в прошлом тоже занималась конным спортом. Почти 6 лет Юля шла по маминым стопам. Сейчас о том увлечении она вспоминает как о большой ошибке. Заставить лошадь костьми лечь на пути к победе нужно только человеку. Это как минимум несправедливо. А ты когда переходила на это? Ну, вообще, на свободные отношения. Как народ реагировал? Отрицательно. Это человек и спорт, это деньги и спорта. И это негативная сторона спорта. Ну, народ просто не понимает, о чем речь. Или понимает, но не хочет как-то с этим смиряться. Потому что как бы, другие люди тоже, смотря на это, могут переходить. То есть спорт тогда может загнуться. Это, в принципе, большая угроза. А спорт – это, на самом деле, большие деньги. На спорте отношения дружеские с животным невозможно построить. Это подавление животного за счет страха и боли. Спорт подразумевает собой определенные рамки, нормы, что нужно выполнять, чтобы добиться каких-либо результатов. То есть ты этому сопротивлялась внутри, но все равно шла на тренировку? Ну, как бы я не знала другого пути общения. Не было альтернативы. Потом она появилась. Какая? Ну, уйти из спорта и не заниматься больше никогда. А чем заниматься? Заниматься дружбой. Дружба не исчисляется в каких-то нормативах, упражнениях. Решение навсегда уйти из спорта далось Юле очень сложно. Если в привычных для людей деспотичных отношениях с лошадью все методики давно известны, то в дружбе никаких советов нет. Юле приходилось самой очень осторожно нащупывать новые пути взаимопонимания со своими любимцами. Ведь в Луганске никто не пробовал просто дружить с грациозными, свободолюбивыми и к тому же очень умными животными. Помог интернет. Оказалось, что в современном мире уже опробованы возрожденные из прошлого свободные отношения с лошадьми. Это увлечение, стиль жизни, увлечение, философия жизни. Нет, домашняя собачка – это другое. А как что? Ну, это стиль жизни, свободные отношения с животными. Ну, в любом случае, любые отношения строятся на доверии. Ну, об этом... Если нет доверия, нет понимания, нет взаимоотношений. Как животному доказать, что тебе можно доверять? Не обижательно. Они же чистые животные, не умеют обманывать, лгать, лицемерить. Каждая встреча за городом – это упражнение, но не для результатов. Как и любому животному, лошади нужна физическая нагрузка и развитие мускулатуры. Испанский шаг, курбет и пассе – эти названия упражнений сохранились еще со средневековья. Тогда многие учили лошадей непривычным движением с использованием очень болезненного для коня железа, чтобы просто потешить зрителей. А сегодня упражнения, которым Юля учит Палиха – это путь к взаимопониманию. Палих – это деревня такая была в России и есть. Там промысел, народная роспись шкатулок и всяких мелких частиц, там пишут историю. Ай, брат. А там лошади каким-то вообще макаром есть? Никаким. Или? Ну, сказки всякие расписывают про Илья Муромца, целым сюжетом. Ай, хорошо, молодец. Вот такое подведение лошади сродни человеческой истерике. Конь становится на дыбы, когда чем-то испуган или просто не хочет подчиняться командам человека, например, из-за плохого настроения. В этом случае лошадь бьют хлыстом и жалят бока шпорами, потому что животное в этом состоянии опасно для человека. Для Палиха свеча лишь элемент интересной игры со своей хозяйкой. Хрупкая Юля рядом с мощным мерином ничто не угрожает. Кстати, Палих уже второй конь, которого Юля воспитывает без уздечки, седла и любых других приспособлений, причиняющих животному боль. Не, на самом деле я собакой домой пришла. У меня всегда с Метелицей перестала получиться на железе, и с ней сняла уздечку. А потом нашла в интернете подтверждение своей теории.
Я на своих лошадях верхом не езжу. Да. Мне больше устраивает отношения с землей. В руках, да, называется? Ну да. Так они более полноправные, никто никого не подавляет. Палих и метелица очень отличаются от других лошадей в конюшне. Они же почти забыли о прошлой спортивной карьере и бессмысленном принуждении. Они доверяют своему хозяину. Ни Плюшка, ни Машка, как называет своих любимцев Юля, никогда не навредят человеку. Признанный факт, что по уровню интеллекта лошади среди всех животных ближе всего к людям. Навряд ли можно назвать умной лошадь, которая сбрасывает своего наездника. Но Палих и Метелица доказывают высокий интеллект сильнейших животных. Как ты думаешь, как они к тебе относятся? Как они тебя расценивают? Как кого? Как лошадь иногда. Почему? Я начинала заниматься с лошадьми, исходя из канонов натуральных отношений с лошадью, которые выражаются в поведении подстраиваться под лошадь и работа язык жестов. То есть ты себя как лошадь делала? Не как лошадь, а делала уклон на то, что именно общаться так с ней, как бы понимала лошадь сама. То есть ты бегала так же, как они, прыгала так же, как они? Не обязательно бегать так же, как они, и прыгать так же, как они. Можно делать, они очень хорошо ловят мимику, жесты, язык тела. Но для себя у меня был спорт. А теперь для кого? Для них, для лошадей. Они достаточно много сделали для меня. Достаточно много грамот мне принесли, ненужных медалей. Теперь ты возвращаешь им долг? Плачу им монеты обратно.